Будет ли порядок на контейнерных площадках? Не только локально, но и в более широком смысле. Ответа на этот вопрос пока нет, но свет в конце туннеля уже забрезжил. С 1 января изменился порядок организации мест сбора твердых коммунальных отходов. Теперь расположение всех контейнерных площадок управляющие компании обязаны согласовать с городским управлением ЖКХ. По всем сопутствующим вопросам в мэрии организовали консультации. Там же управляющие организации могут подать заявки. Рассматриваются места дислокации контейнерных площадок, которые учитывают и место их размещения, и наличие инженерных коммуникаций под местом размещения для того, чтобы согласовать в максимально короткие сроки и согласовать, а не отказать в согласовании управляющим организациям, в частности, место размещения твердых коммунальных отходов. По новым правилам у каждого многоквартирного дома должна быть своя контейнерная площадка, входить в состав общего имущества и содержаться за счет средств жителей. Ответственность за чистоту и порядок по новым правилам несет управляющая организация. Она должна быть размещена с учетом требований санитарных норм и правил. Она должна быть размещена в тех местах, где есть удобные подъездные пути. У нее должен быть обязательно отсек для крупногабаритного мусора. Вот эти все обязательные требования у контейнерных площадок должны быть, у каждой контейнерной площадки. Четких сроков, когда управляющие организации должны подать заявки на согласование мест сбора ТКО, нет. Но в идеале из полученных данных позже будет сформирован реестр контейнерных площадок. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.